Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать основной узор для жакета. Узор простой, несложный, двухсторонний, рыхлый, быстро вяжется. Раппорт узора 6 петель. Для примера мы наберем 20 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Раппорт узора, значит, 6 петель на 2 ряда. Держим петельку, набираем 3 воздушные петли, 4 воздушные петли. Значит, возвращаемся в ту петлю, которую держали, и вывязываем столбик с накидом. 1, 2 воздушные, и в эту же точку столбик с накидом. Начало первого ряда. 2 воздушные петли, пропускаем 2 петли внизу, заходим в третью, вывязываем столбик с накидом. 1. 2 воздушные петли, пропускаем 2 петли внизу, заходим в третью, вывязываем элемент, столбик с накидом, 2 воздушные, и в эту же точку столбик с накидом. 2 воздушные, пропускаем 2 петли внизу, заходим в третью и вывязываем столбик без накида. 2 воздушные петли, пропускаем 2 петли внизу, заходим в третью и вывязываем столбик с накидом, 2 воздушные, и в эту же точку столбик с накидом. Далее 2 воздушные, пропускаем 2 петли внизу, заходим в третью, столбик без накида. 2 воздушные, пропускаем 2 петли внизу, заходим в третью и вывязываем элемент, столбик с накидом, 2 воздушные, и в эту же точку столбик с накидом. Следующую петлю мы вывязываем последний столбик, столбик с накидом. Мы с вами связали первый ряд. 3 воздушные петли подъема, переворачиваем работу, заходим в арочку элемента и вывязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Одна воздушная, и в эту жарочку 3 столбика с накидом. 2, 3. Мы связали элемент. 3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом. 2 воздушные, заходим в арочку, вывязываем столбик без накида. 3 воздушные. Заходим в следующую арочку, вывязываем столбик без накида. Вот так. 2 воздушные, заходим в элемент, галочка, вывязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная, и в эту же арочку 3 столбика с накидом. 2, 3. 2 воздушные петли, заходим в арочку, вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, заходим в арочку, следующий столбик без накида. 2 воздушные петли, заходим в элемент, вывязываем 3 столбика с накидом. 1 воздушная, и в эту же арочку 3 столбика с накидом. Мы связали еще один элемент. 2 воздушные петли, заходим в арочку до столбика без накида предыдущего ряда и вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, заходим в арочку после столбика без накида предыдущего ряда и вывязываем столбик без накида. 2 воздушные петли,
заходим в элементы, вывязываем 3 столбика с накидом, одна воздушная, и в эту же арочку 3 столбика с накидом. В конце ряда третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом, чтобы у нас был ровный край. Мы с вами связали второй ряд. 3 воздушные петли подъема, 2 воздушные петли по рисунку, переворачиваем работу. Теперь мы набрали всего 5 воздушных петель. Заходим в арочку, в элементе в арочку, где у нас была одна воздушная петля, и вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. В предыдущем ряду у нас была арочка из 3 воздушных петель. Вот в нее мы вывязываем столбик с накидом, 2 воздушные, и в ту же арочку 2 столбика с накидом. Вот так. 3 воздушные. Заходим в элемент следующий, в середину между 3 столбиками вязываем столбик без накида. Вот так получается. 3 воздушные петли. Заходим в арочку в предыдущем ряду и вывязываем элемент столбик с накидом, 2 воздушные, в эту же арочку столбик с накидом. 3 воздушные. Заходим в арочку в большой элемент между 3 столбиками, вывязываем столбик с накидом. 3 воздушные. Заходим в арочку и вывязываем столбик с накидом, 2 воздушные, и в эту же арочку столбик с накидом. Итак, 3 воздушные, 1, 2, 3. Заходим в большой элемент между 3 столбиками в арочку, вязываем столбик без накида, 2 воздушные, и в конце ряда в третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом, 1. Мы с вами связали третий ряд. Первые и третьи, они одинаковые, да? Теперь 3 воздушные петли подъема, переворачиваем работу. Плюс еще 2 петли по рисунку. Заходим в первую арочку, вывязываем столбик без накида. Это и есть начало четвертого ряда. 3 воздушные петли. Заходим в следующую арочку, вывязываем столбик без накида. 2 воздушные петли. Заходим в элемент, галочка, и вывязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная, и в эту же арочку 3 столбика с накидом. 2, 3. В шахматном порядке, видите, они идут. 2 воздушные. Заходим в арочку столбик без накида. 3 воздушные петли. Заходим в следующую арочку столбик без накида. 2 воздушные петли. Заходим в элемент галочка, вывязываем большой элемент из 3 столбиков с накидом. 2. 1 воздушная петля, и в эту же арочку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. Заходим в следующую арочку, вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Заходим в следующую арочку, столбик без накида. 2 воздушные петли. Заходим в элемент, галочка. Вывязываем 3 столбика с накидом. 1 воздушная.
и в эту же точку 3 столбика с накидом. И связали еще один элемент, 2 воздушные петли. Заходим в первую арочку, вывязываем столбик без накида, 3 воздушные петли. Заходим в следующую арочку, вывязываем столбик без накида, 2 воздушные петли, и в третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом для выравнивания края. Далее нам надо набрать 3 воздушные петли подъема, 2 воздушные петли по рисунку. Переворачиваем работу и начинаем вязать первый ряд. Простой узор, ничего в нем сложного нет. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание будет находиться в ссылке под видео. Пока-пока.